Так, Ален, крошка моя. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя призна не получаю. Ты далеко, ты даже не узнаешь. Блин, господи, на сколько мешков мусора скопилось, что нужно уже выбрасывать. Так, моя земляничка. Ребята, я сейчас к вам приду. Мне тут нужно пару дел сделать. Так. Крошка моя, я по тебе скучаю. Такая красивая фигура, спасибо. Еще детей хочешь, да, хочу. Фу. Ален, такая каша невкусная. Давай кабриту тебе сделаю. Кабриту с бананчиком. Это такая невкусная, я все можно жрать не знаю. Давай переделаю тебе кашу. Сейчас себе кашку переделаю. Никогда ее больше не будем покупать. Так, нам нужна с тобой, знаешь что, Ален, какая нам нужна с тобой кашка. Нам нужна с тобой кабрита, либо что это такое? Это детское питание. Отлично. Вот нутрилон, каша гречневая, молочная. А давай, ты хочешь, давай тебе сделаем молочную. Молочную кашку. Давай молочную кашку гречневую с яблочком. Ой, какая вкусная. Кабрита у нас с тобой закончилась, что ли? Зайка моя. Кабрита закончилась. Какая кашка невкусная. Какая-то овсяная, какую-то мы брали. Она вообще какая-то безвкусная, вообще непонятная. Да, согласна. Да, вот сейчас будет вкусная. Сейчас будет с яблочком. Купили, мы попробовать вот такую кашку, нутрилон с яблоком. Сейчас мы ее заварим. Сейчас мы ее заварим. И попробуем, что это такое. Молочное, вкусное. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Вот мы внутри вам пробуем сейчас. У тебя перхоть или блёстки? Слушай, ну, по-моему, блёстки. Перхоти у меня пока еще не было. Это я вчера вела прямой эфир. И блёстки не все стерлись. Перхоти у меня нету пока что. Слава богу. И думаю, что не будет.
Все, Алин, сейчас. Салют. Салют. Что, кстати, с бабушкой решилось? Нет, с бабушкой не решилось. Мне кажется, она будет выжидать моменты. Она прям ждет, чтобы я сделала ремонт, специально переехать сюда. А я потом от нее смотаюсь. Ладно уж, я сделаю этот странный ремонт. Хотя почему я должна уезжать из своей квартиры? Ну, значит, будем жить, жить, значит, будем воевать. Ты плачешь? Нет. Ты не задумывалась о времени, которое бежит с бешеной скоростью? Задумывалась. Ну и бежит оно, и бежит. Что теперь? Оно для всех бежит. Надо жить в этом времени, а не думать. Не надо думать о том, что оно бежит. Не надо думать о времени, которое бежит с бешеной скоростью. Нужно просто жить. Если ты будешь постоянно думать о времени, которое бежит с быстрой скоростью, ты это, об этом будешь думать, а не о своей жизни. Я думаю о своей жизни. Я думаю о своей жизни, которая вместилась вот в это вот время. Я не думаю о лишнем. Я ничего не могу с этим временем сделать. Я не могу его ни остановить, ничего. Я могу только в этом времени находиться здесь сейчас и жить. Все. Я принимаю жизнь тем учетом, что когда-то меня не станет. Это нормально. Это нормально. Так. Алин, это шедевр. Офигенная каша. Просто офигенная. Сейчас я тебе разбавлю водичкой. Чуть-чуть, чтобы она была потеплее, тепленькой. Так. Ой, кашка вообще, ребят, Нутрилон кашка гречневая с яблоком. Она, кстати, без сахара. Я все каши покупаю без сахара. Очень вкусная. Очень вкусная. Привет, красотка, привет. Короче, если есть такую кашку Нутрилон молочную с яблоком, она реально вкусная. Давай, бусинка мой. Нет! Не надо руками! Не надо ручками. Не надо ручками. Не надо ручками в кашку!
Зачем? Ну не надо. Бусинка моя. Кашка тебе не для того, чтобы размазывать. На, дай сюда ручку. Бусинка, ты ж мой маленький. Мы тебя любим. Я вас тоже. Так не надо. Нет, ротик открывай. Абу. Ротик, самолетиком. Поехали. Ой, как вкусно. Ой, декрет, это капец. Я сама в декрете, я уже хочу работать. Ну, нормально. Ты не работай, Пимон. Девчонки, да вы жиром беситесь. Хотят они работать. Работать это с утра вставать. Давай. Ну какая кашка вкусная. Вкусная кашка. Приветик, привет. Что с машиной? Машина скоро... Скоро ее не будет. Скоро ее продадут. Давай. Правильно. Привет, привет из Адлера, привет. Короче, машину я буду продавать. Сейчас ее в сервис отвезут. Сделают. И все. У всех разные дети. Кто-то хочет сбежать на работу. А почему? Мой вообще не кушает кашу. Я давала, надо будет внутри лом взять. Может понравится. Но вот как его с яблоком, без сахара. Она сладкая, но такая подслащённая, но молочная. Такая вот. Кипяточком залили, и она вкусная, кстати. Но вы не говорите ребенку, что это каша. Скажите, что это десерт какой-нибудь. Он будет кушать с удовольствием. Давай, на. Как вкусно. Ой, как вкусно. У меня Ален просто, он всеядный. У него все ест. Ему что не дай? Он все ест, да? Все съест. Все ему вкусно. Но я, конечно, смотрю сама, что ему подходит, что нет. Что любит каш, что любит. А, да все он любит. Все. Начиная от кабачков, заканчивая кашей. Но я сама смотрю, чтобы это было вкусно. Если мне вкусно, то ему вкусно. Это хорошо, когда ребенок все кушает. Да, это хорошо. Я вообще не заморачиваюсь. Вот мне в этом плане повезло. У меня ребенок не аллергичный. Кушает все. Так что зубки уже растут. Да, Ален. Сегодня у тебя губы накачаны? Да, у меня накачаны губы. Насосом качаю каждый день. Да, Ален? Ай, ты мой сладкий. Как думаешь, с Алибековыми пиарится? Я не знаю, не смотрю за Алибековыми. Надо посмотреть. А что там? Что там с Алибековыми? Расскажи. Расскажи. Может, интересно. Так, давай. Так. С
спрашивали, не накачанные, а накрашенные. А, накрашенные или нет? Нет, не накрашенные. У меня сам по себе такой пигмент яркий. Оп. Я делала когда-то перманент, но я думаю, что от этого перманента ничего не осталось. Я делаю перманент всегда под цвет своих губ. Вот. Я думаю, что я еще пойду на перманент. Так, ты мой красавчик. Да, я тебе уберу. Да, я тебе уберу бородку. Ой, бородка из кашки. Из кашки малашки бородка. Надо убрать, чтобы ты был чистенький. Красивый, чтобы жених у меня был. Глаза опухшие, плакала. Нет, это мне просто 34 года, а глазик уже уставший. Глазик уже уставший, уже драматический взгляд, понимаете, на эту жизнь. Уже просто драма. Уже, понимаете, не 20. Хотя в 20 у меня и тоже так же было. Но я сейчас сделаю операцию, и все будет нормально, все будет хорошо. Я, в принципе, и так неплохо выгляжу. Так, давай. Так. Вы курите? Ой, я кальян в основном курю. Я курю кальян, я курю электронные сигареты иногда. Если вы думаете о других каких-то курительных смесях, то нет. Мне и так весело. То есть, если вы думаете там, что я курю там траву. Иногда, кстати, мне тоже кажется, что я что-то там не то курю. Но я не курю. Вот наркотики я не курю, а вот сигареты я, ну не сигареты, то есть кальян могу покурить электронку, ну так это у меня было слово. Сигареты я вообще на дух не переношу. Я вообще не знаю, кто курит сигареты. Я вот, знаете, как-то пыталась попробовать покурить сигарету. И меня что-то не вывернуло наружу. Я такая думаю, как я вообще раньше это курила? Это ж такой лютый запах изо рта. Это так все невкусно. Да, мой сладкий. Ой, кашку. Кашки побольше надо, да? Кашка какая вкусная. В каком районе Москвы живешь? Я живу в ЦАО. На Таганке я живу. У тебя, ну что, наверное, глазами зачем опираться? Слушайте, ну, во-первых, я буду делать подтяжку. У меня проблема, я не могу себе нормально рисовать стрелки. У меня стрелки получаются вот здесь. Вот так вот. Вот здесь у меня получается, блин, я как-нибудь покажу. Вот, я буду делать блефора и буду подтягивать глазик, чтобы вот не было у меня нависших веков, веков. Да ты моя булонька, мой сладкий пирожосик. Ты делаешь ногти? Нет. Я их даже не крашу. У меня ногти всегда не накрашены. Я покупаю себе накладные ногти и иногда с накладными ногтями хожу. Я даже ресницы только накладные себе клею. Я сейчас не хочу наращивать ресницы, я только накладные ресницы клею и все. А так у меня свои ресницы. Свои ногти. Ален, давай. Да, моя булочка. Да, моя булочка. Да. Ты моя маленькая прелесть. Так, тихо. Что он любит кушать? Он все ест. Давай. Открываю роток свой. Давай. Ален, ты весь, да, в гречке теперь? Весь в гречке. Oh.
Покажи сына. Я не могу показать сына, потому что он ест. Когда я ем, я глух и нем. Давай. Так, ну все, Ален, ты уже начинаешь баловаться. Так, давай, либо ты рот открываешь хорошо, либо ему кашу тебе больше не даю тебе. Нет, не надо. Кашу размазывать по столу не надо. Ты пока что еще не умеешь сам за собой убирать. Пока ты не умеешь сам за собой убирать, я тебе говнючить не дам. Вот научишься за собой убирать, тогда хоть по стенам кашу мажь. Будешь потом тряпками убирать со стены. Я за тобой убирать ничего не буду. Сам будешь за собой все убирать. С самого детства будешь самостоятельно, понятно? Все. Давай. Так, ну все, ты мочишься, я не буду тебя ташить. Все. Все. Вот когда научишься ходить, когда ручками хорошо будешь пользоваться, тогда и кашу будешь размазывать, где тебе надо. А сейчас я тебе кашу размазывать не дам. Да, да. Будешь вот таким вот пока что у меня. Да. Да. Все, вот так вот. Вот так вот, да. Будешь у меня самостоятельным мальчишкой. Да. Да. Безмолочную даете? Молочную почему? Так, давай ко мне. Зато какой чистенький. Смотри. Зато поел и чистенький, и не грязненький. Маска слетает, и ты совсем не такая. Ну да, я не такая, как на маске. Я другая. Ну, в Инстаграме как бы это видно, что я не такая, как на маске. Я просто не готова на себя такую смотреть пока что. Не сегодня, не сейчас. У меня вон маска. На кружке все. Тихо! Нет, Ален! Но не показывает просто план кухни. Ну да, не готова я пока план кухни показывать. I wanna, if you know, wanna see it like you. Будь здоров. Ты пердела с подливой? Нет, я не пердела с подливой. Ребят, короче, предыстория. Мы угорали тут в ТикТоке. Я рассказывала, что мне пучит живот, что я хочу пукнуть. И тут сейчас могут заходить люди, которые в теме. Вот, не пугайтесь. Это была шутка. Сколько месяцев Алину? Капец вопросы. Ну, Владислав... Давайте сейчас не будем про пердёж, пожалуйста, а то вдруг сейчас вот, ну, придут люди, которые, ну, там, вдруг мой будущий, там, жених придет, судьба моя, мы про пердёж. Хотя ладно, на самом деле ничего страшного, ну, мужик же должен знать, что я могу попёрдывать иногда, это же нормально, да? Это же нормально, когда девушка попукивает? Ну, все же мы же люди, да? Но просто в тот день мне хотелось исключительно шутить на такую тему. Меня очень пучил живот. Очень пучил живот. И я шла, значит, в облака на свидание. Вот. И я очень переживала, что я могу там, я не знаю, короче. Но я немножко так попердела в облаках, и никто не подумал, что это я. Все думали, что это соседний стол. Мы так и говорили, что это соседний стол. Пукаем фиалками. Давайте не будем развивать эту тему, мы ее забыли.
Это природа. Все, ребятки, давайте, вот пощекотали нервишки этой темы, хватит. Давай, Алин. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили ням-няшку? Ладушки, ладушки, что пили на ладушки? Что пили кашку, что ели ням-няшку? Ладушки, ладушки, что пекли? А ладушки маме две и папе две. Аля. Поговорили мы про пуканье, короче. Алин сделал свое дело в штанишке. Ты мой сладкий. Как ты покакал? Я даже не услышала. Хочешь на море? Хочу. Надо ему сейчас уже штанишки менять. Сейчас пойдем штанишки менять, да, мой сладкий пирожочек? Алин поправился. Ну, конечно, поправился. Смотрите, какая булочка стал. Вы посмотрите, какая булочка стал. Да, Алин? Всем привет, всем привет. Всем привет, говори. Всем привет! О, и он такой кабанчик уже стал, да? Скажи, я кабанчик. Я кабанчик, я кабанчик. Я кабанюсик, я кабануля. Я кабанчик, я кабанчик, я кабанчик, я кабан. Всем привет! Майя помогает, да, ответь уже, Иришка, бедная девка, 150 раз спросила. Ответь уже Иришке. Что Иришке? Что Иришке ответь? Кто в гостях вчера был? А! Кто в гостях? Иришка, отвечаю. Хорошо, раз уж тут... В гостях вчера была подружка Сабина. Сабина была вчера. Все, помирились мы с моей подругой. Все, Иришка ответила. Господи, какое счастье. Да, вообще невероятное. Невероятное счастье такое! Невероятное просто счастье какое-то, невероятное счастье такое. Но он у меня рано пойдет, у меня пойдет рано, у меня, мне кажется, в год пойдет, Алин. Даже не в год, мне кажется, в 10 месяцев он уже точно пойдет, в 11 месяцев. Он ползает, да, он по-пластунски, он уже ползает, он уже все делает. Мне кажется, он ковыркается, ползает. Но он больше, он хочет ходить. Вот у него предпосылки к хождению. То есть, если у многих детишек, наоборот, ножки такие более слабенькие, а здесь вообще ноги очень сильные у него. Очень сильные ноги, очень сильные руки. Так что так. Мы с дитя с нами пойдешь или выходить из эфира? Буду выходить из эфира, ребятки, еще чуть-чуть. Он просто сейчас докакает побольше, чтобы потом построить. А то бывает так, что я ему подгузник меняю, в этот он сходит, и потом... Во второй еще положит немножко. Знаешь, Арая Чебаняна? Лично его не знаю. Знаю заочно. Знаю, что он просто муж Ирины Пинчук. Хочешь волосы покрасить? А я купила себе, кстати, недавно тонику. Вот, сегодня буду, когда душ принимать, подкрашу тоником. Да, бывает такое. Ну, вот так, да, бывает. В общем, ребятки, что хочу сказать. Всем спасибо большое за эфир. Я пошла заниматься ребенком. Нужно тут ему подгузники поменять, искупать его.
самой искупаться. Вот. Так что вот такие пироги. Заходите ко мне в ТикТок на прямые эфиры. И до новых встреч. Да? Ален, скажи всем пока. Всем пока. Скажи пока. 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 Всем пока. Пойдем. Пойдем сладкую папку приводить в порядок. Пойдем. Пойдем. Пойдем, мой малюсенкой. Все, всем пока. Всем пока.